Ну что ж, всем привет, с вами снова я, Забавитр. Мы дальше играем в Star Wars Outlaws. Поиграли мы в собак, блин, в предыдущей части. Охренеть. Выиграли наконец-то. Так, а нам... Нам нужно... обломки корабля. Так, вот сюда и выбежать нужно. С этой стороны нужно выбежать. Нифига себе, наиграли в собак. Аж немножко подлагивать начало. Охренеть. Так, рынок Мираганны. Это же здесь снизу или сверху? Не, где-то снизу. Что-то здесь, слушай, теперь у меня в жизни все по-другому. Я же сказал, сперва лучше спидеру, потом поговорим. Найди механика, чтобы лучше спидер. Вот этот слушатель вообще уже указывает нам. Это механик спидера. Отслеживать. Это ж точно обломки корабля, да, это основное задание. А то я думал, что собак играть нам нужно по сюжету. Оказалось, нифига не так. Пришлось играть в собак. Собак. Собак, собак. Да, подожди, куда я к нему? Куда я к нему попасть нужно? А, можно сюда, да? А рынок прям, конечно, огромный. Только нечего купить там. Если было что-то интересненькое. Запчасти, допустим, купить какие-то специально. Можно было бы самому. А так, все через доп. Задание. Или где-то найти что-то, собрать, что-то выполнить. Короче, нудятина. Нудятина полнейшая. Нужно вот такой нудятиной заниматься. Вот. Так, он вот здесь, да? Здравствуй. Готова к установке. Так, F улучшение. Все, улучшил. Можно идти на задание. Накопительный ускоритель нету. А, поликарбонат. А, ну там много всего нужно. Пока-пока. Можно получить задание, какое кого-то знаю. Так, опять наверх. Или это не задание? А, это способность. Блин, заставляет нас бегать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, по-моему, это максимально, что я могу сейчас улучшить, и все. Типа, дальше я ничего не улучшу. Е-мое, обижать нужно. Вообще, другой стороной, я так понимаю. Пиздец.
Да, городочек, конечно, подзапутанный такой. Иногда там что-то где-то закрыто, хотя они могли бы сделать разные пути, и разными путями можно было бы пробегать. А так как большинство там... В смысле? Бать, вы что, издеваетесь? Там типа механикам нужно улучшить или что, я не пойму. А это не был механик, да? Информацию мы уже найти способности. Бармен в закусочной в Надежде Джонты. Ага, блин, это... Надежда Джонты. Я-то думал, здесь его нужно найти. Ё-моё. Там какое-то типа особенное улучшение или что? Прям нужно сюда. Так, а это в задании есть? Ну да, это где-то здесь. Ну, писец, блин. Если бы сейчас не посмотрел, что там задание находится в другом месте, я сейчас бы тупил, блин, по полной. Я думал, просто его нужно улучшить. А его нужно улучшить, но найдя какого-то типа, блин. Мне интересно так. Че за приколы? Опять сейчас задание какое-то выполняю дополнительное для чела. Привет, мне нужен кто-то, кто сможет подкрутить мой спидер. Что сдувает? Как ты догадалась? Лучшая по спидерам по эту сторону хадийского пути Села Ровок, но она не любит незнакомцев. Ничего, я тоже. Нам она уже давненько не заглядывала. Может, Кадуа знает, где она сейчас? Кадуа, да, ясно, это... Поселение воздушных рыбаков рядом с Мироганной. Воздушных рыбаков, точно, само собой. Оки-доки. Кадуа. А находится-то она не близко. Ёлы-палы. А можно как-то поближе, не? Блин, нельзя сюда. Сюда нельзя. И сюда тоже нельзя. Придется шо его? Ну да, то, что у нас отмечено таким знаком. Можно переместиться. Зона приземления, кстати, здесь. Ладно, давайте на спидере прокатимся. Как у меня тут... Смотри, сколько нагреб. Груза себе накинул. Вообще на спидер прям. Ух. Не, ну такое тоже бывает. Что поделаешь? Какое управление? Звезды летят, что ли?
И что это падает? Если звезды, то прикольно. А может и метеориты какие-то. Хрен знает, короче. Наверное, куда-то сюда нужно. Или нет? Не, походу не сюда. Да, ничего страшного, нормально. Со спидером все хорошо. Видимо, я тебя было. Ну, видимо, да. Так, а где ее найти? Здравствуйте. А, привет, это ведь Кадуа. Возможно, но ты не местная. Что тебе тут надо? Я ищу Сэла Ровок. Зачем? Ты от имперцев? Нет, мне сказали, что она занимается спидерами. Сэла здесь уже нет, и мы не знаем, где она. Серьезно, ты защищаешь ее после этого, после того, что она сделала? А вот я не буду. Она живет на скалах около Надежды Джонты. Надежда Джонта, Янта. Янта. Ясно. О май гад. Нам сейчас назад нужно. Мира. Только оттуда. Теперь нужно назад. Разрабы, вы там что? Типа, ну нормально все. Все норм? Так, ну давай сюда, наверное. За прикол, блин, туда-сюда бегай. Только вроде отсюда. Вроде отсюда. И опять. Ну ладно, хоть быстрое перемещение спасает. А то если бы не было быстрого перемещения, я бы вообще охренел бы. Реально. Я бы вообще просто выпал. Так. Подожди, нам на скалу нужно. Да, вот сюда. А это ты, Сэла? Мне надо добавить мощности спидеру. Я больше не работаю с иномирцами. Ну и ты пришла ко мне не от хорошей жизни. Как тебя зовут? А, да, прости, я Кейвес. Я помогу тебе, но если хочешь нормальную мощность, добудь мне одну деталь. Атмосферный ускоритель. Такой есть на имперском воздушном комбайне. Ну ладно, давай я украду тебе эту штуку. Можешь, ну тогда вот возьми. Они отключат турбину. Можешь пробраться внутрь. Ладно, договорились, куда. Когда добуду его, вернусь сюда. Давай задание механик. Ну давай, перешли. Комбинаты. Комбинаты. Я уже, блин, заговариваюсь, слушай. Комбинаты. Координаты давай. О май гад, это очень далеко.
Уже вот сюда, наверное. Хотя можно, слушай, с Надеждой Джон. Так... Давай оттуда и поедем. Механик спидера. Так, 1 километр туда. Подожди, а по какой дороге? По вот этой. Так, а вот это должно быть. Так, наверное, сюда. А лес валунов. Какого хрена? Я ничего еще не сделал. Я ничего еще не сделал. Какого хрена вы на меня нападаете? Сраные имперцы, блин. Hey, Silo, Сила, а что делать с этими магнитными искажателями? Просто заткни их. Ладно, об этом я могла сама догадаться. А, и учти, что они маломощные, надолго не хватит. Ладно, пошли, Никс. Всем отрядам, нарушительница в вашем секторе. А, можно на спидере здесь покататься, слушай, неплохо. Заряда их прям хватило ненадолго. Путем этим придется. Ну, я думаю, тебе это не смутит, правда? Ты ведь профи. Нет, да, в смысле, я профи, просто неужели нет более простого способа добыть атмосферный ускоритель? Нет, потому что я сделала всего один такой ускоритель, но он на агрегатном, на самом... Это комбайн, имперцы его украли. Я его сама дала в обмен на иномирские запчасти. Я не знала, что с его помощью перенаправят воздушные потоки в ущерб нашим фермам. Ну, по крайней мере, теперь он у меня. Хорошо. По 32 метра. Он, по идее, на месте должен быть сейчас. Hit that button, Nix. Так, ну давай, включай. Хорошо. Так, я надеюсь, здесь не нужно будет прятаться. То уже как-то поднадоели эти миссии с прятками. Или вообще здесь имперцев не будет. Кстати, здесь неплохо посмотреться. Ой-ой-ой. Ладно. Я думал, не сразу сработает. Залезть. И все? Так, а нам вниз? На вот эту трубу нужно. Thank you.
Она не может туда. Ага, не шучу. Потом вот сюда и на вот эту стеночку. Ага. Хорошо. Окей, мы на месте. Вроде туда. Оу, еще ниже. Yep, I'll walk it off. Так, и нам прямо сюда нужно. И что? Где имперцы? Почему-то мне кажется, что для улучшения моего байка эта штука не так уж и нужна. Ну, я смогла бы собрать что-нибудь на коленке, но с этим ускорителем мощность будет куда солиднее. Ну, а это лучше мне судить. Ну да. Так, а куда нам дальше реально? Что ты хотела мне сделать? А мне не откинет? Не, нормально. Я ж на нем не нахожусь. Это минус. Это минусец. Просто минус. Я не заметил, что он уже... Потом уже прыгать. Так, в смысле, оно не сработало. А, там на той стороне еще один. Окей, там на той стороне еще один. Оказывается. Все? Ну, вроде бы. Слушай, это обычный катакомбы с Assassin's Creed. Вот я вспомнил прям реально. Я-то думаю, что оно мне напоминает. А реально. Для чего так высоко нужно? Так, а вы сработаете, нет?
Ну, они прям долго срабатывают. Типа лайтово-то. Прикольно было бы, если бы они рандомно включались. Конечно, жопа бы подгрела, блин. После такого. А рандомчика, это просто жесть. Кажется, здесь. Да, и что-то имперцев даже нету. Прям странно. Никто ничего не охраняет. Ускоритель у меня, похоже, без него все. Тут заглохло. Я же говорил, он очень мощный, зато теперь воздушные потоки позволят тебе оттуда выбраться. Так, покидаем станцию, за нами сейчас имперцев куча будет. Ок. Держитесь крепче. Я думаю, что так и будет. Никс, ты там держишься? Блин, и никого нету. Ладно. Я думал, хоть кто-то за нами будет. Ладненько, мы на месте. Ну, сама я же говорила, клевое дело. А лучше бы я вообще его не создавала. Теперь, по крайней мере, он пойдет на благое дело. Насчет благого не знаю. Ну, ты мне нравишься куда больше имперцу. Где твой спидер? Сейчас репульсор запитаю, готово. Теперь он вполне потянет и двоих и ездоков. А, серьезно? Я имела в виду твоего зверька. А, я тоже, само собой. Спасибо тебе, ну, я поеду. О чем ты подумала? До встречи, Кей. Что за... Это типа... Ready now. This is more like... Я типа она думала, что она намекает на что-то. Отличная дивка Кима на рынке. Так всем для своих, в отличие от... Там и встретимся. Открыта новая способность. Ускорение. Да я уже понял, ну что вы показываете мне? Так, а что у нас там по времени? 29 минут. Так, а задание? Компрессор дымовой бомбы какой-то есть. Ткань из дюра-волокна. Обломки корабля. Ну давай быстро перемещение, послушаем, что там будет. Disruptive conduct is strictly
Так, это опять его искать нужно. Да, сюда. Вроде бы где-то он здесь был. По этой стороне. Так, подожди. Не. Да, вот здесь где-то. Только нужен низ. Вот он. Хорошо. После установки Нави компьютера и всех работ, сколько я буду в должности? Окей, мы же друзья, потом договоримся. Ну, такая себе дружба, конечно. А придется, потому что я знаю, где взять Нави компьютер совместный EML. И поскольку я профи, его можно получить бесплатно. В чем подвох? Ни в чем, есть одно место под ним. Там произошло крушение. Подходящих деталей это их не растащили. Но мы пытались. Наши спидеры не так себе, а потом еще и часть корабля обрушилась и перекрыла путь. А нельзя, скажем, просто украсть эту деталь с крейсера Пайка. Нельзя, первопроходец уникальная модель. Стандартные детали не подойдут, радуйся, что вообще вспомнил про те обломки, что у меня есть план. И правда, это не сработает, энергоядра 11 класса. Где мне взять такое? Да, где угодно, например, в имперском комплексе. Мы едва унесли ноги с космической станции. Вы что-то меня арестовали, что ли? Я только хочу починить твой корабль. Не благодари. Постарайся не умереть, ладно? Короче, какие-то обломки корабля где-то. Нам нужно оттуда забрать детали. Ай, блядь. Опять нужно хреновую тучу куда-то валить. Имперская станция связи. Вообще, мы были где-то... Где-то здесь, по-моему, да? А, нет, где-то здесь были. Вот здесь где-то. Теперь нужно сюда. И опять нельзя туда переместиться. Ой, блин, прекрасно вообще. Ну, давай отправимся. Блин, я уже вообще читать не могу. Что-то заебался, мне кажется. Так, подожди, спидер у нас на юг. Общепа. Где ты? А, окей. А когда можно ускориться? Территория империи. Имперская территория, блин. А мы вот это залезли сюда. Thank you.
Как эту махину валить-то? Это они что, пошутили, что ли? Потому что я не понимаю шуток. Именно таких. Вот ты. Сюда иди. Вот ты. Давай, давай. Двигай жопкой своей. Давай, давай. Да ушли, блин. Типа можно сюда напрямик попасть. Вака, я забрал 7-перский. Славно. Запомни, нам нужно иметь ядро 11 класса. Думаю, стоит поискать где-то в инженерном отсеке. Только оно вряд ли будет валяться посреди. Поищи какую-нибудь маленькую комнату или офис. Что это такое? Тю. Второго имперца, я так понимаю, мы не найдем. Его уже схавали, походу. Блин. Туда нельзя. Ну, а подожди, крюком можно. Так, пустили пацанчика. Нам вон туда нужно. Блин, самый лучший способ, мне кажется, на этом мостике. Блин, там нереально. Себе. Ладно, херовая идея. Так палиться прям. Очень плохая. Опять нужно. Так, отлично. Там прохода нету.
А как нам тогда пройти? Наверное, сюда можно, да? Hey, open that up. Go get him, buddy. Ну, давай бочку взорвем. Там можно будет камеру снять. Ну, прикольно, все в дыму. Только мне это не особо сейчас нужно. Показалось, ну шо вы, блин. Чего, блин? Какие шляпные задания, слушай, что найти нужно, где его найти? Там, блядь, где? Везде, блядь, ищи. Почему нету контрольных точек, нахуй? Ой, блин, как же бесит эта тема. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Ну, типа, мы знаем, что нужно найти. Этот, блин, он, вот так оно и... За километр тебя все видят, блин. Все сразу палят. Крепная хуйня, конечно. Там внутри этих имперцев, блин, до жопы. Что с ними делать? Полчаса, блин, выцеливать одного? Ну, такое себе, знаешь. Не особо есть желание.
Next, set that off. Плохо. По голове как дали, блин. Ну да, по вентиляции бегать нужно. Как я никто не заподозрил. Так, это область поиска. Это может быть область поиска. Бать, нам лагающий этот чел. Тупо лагающий чел. Пробежал под этой штукой, под платформой. Все, они зависли. Они там не будут стоять. Это не их вообще. Им не нужно бегать больше. Нам типа сюда нужно? Ну, нормально, вроде бы прошли пока что. Хорошо, по печени туда-сюда. А нам ниже нужно.
Так, ну что, турельки отключаем, камеры отключаем, передать данные. Метра часа снизу. Я так и думал, что так будет. Мы тупо будем кататься. Потому что не успеем из-за чего-то выйти. Кстати, а где он пропал? Наверное, где-то под лифтом. Пиздец. Окей. Да блин, где он? Take him down, Nix. Может быть здесь? This looks like an engineering area. What was that? That's a power core. Да, это он. Как его открыть? Grab the back to Nix. Time to distract them, Nix. Nix, go get the back to. Stop now. Class 11, perfect. Я надеюсь, он не убьет меня. Далеко бежать, чтобы выбраться нормально. В смысле? Я хрен знает, куда нужно, поэтому мы побежим вот сюда. Потому что там нельзя прыгать. Здесь можно. А вот эту херню можно разъебать? На, без разницы, короче. Ни хрена себе, она взрывается. Все данные нужно было забрать, а потом еще. Потом еще, блин, валить на основное задание. Конечно, это, блин, очень весело. Так, а по какой дороге? Угу. Уже по главной. Налево. Time to go, Nix.
Короче, здесь практически нереально с толпой валиться. Можно, в принципе, но не рекомендуется. Потому что они тебе легко завалят. Well, Max, if Walker's right, this part means the Trailblazer will take us anywhere we want. And a big score, we set for life. We've come a long way from the workers' district, buddy. А, вот и новый компьютер будет легко найти. А этот? А я нужно только пройти сквозь обломков. Ну да, проще простого. Блять, опять 200 метров, да ёб твою мать. Вроде ж только добрались. Подожди, этой стороны. По вот этой дорожке. Hey, I think I'm at some kind of tunnel. Ага, хорошо. Понятно, я бы туда никак не проехал. Если бы у меня ускорения не было, я бы там вообще не проехал. Вот так вот. Ограничение такое. Я ответил, что она открыться. Видимо, ядро ставим сюда. Отдадим питание к нему. А чего, ничего не открывается. Ага. А, он не ошибся, он и местечко. Слушай, это местечко не стрейлер какой-то? Вака, я внутри. Впечатляет, правда? Крейсеры времен расцвета республики были невероятными. Мой компьютер где-то на мостике. Удачи. Где-то на мостике. Давайте, пожалуй, на этом закончим. На этом все. Дальше мы продолжим. Ничего страшного там. На половине миссии, так сказать, этой обломки корабля. В общем, ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.